Курицу с картошкой. Красавчик. Надо кушать. Кушать – это топливо. Надо восстанавливаться после тренировок. Одного желания, то есть, что вы хотите, чтобы ничего мало, надо тренироваться. Тренируйтесь, тратите энергию, надо кушать. Оно просто сказало, что я все устраиваю. Он сказал в ответ умные слова. Человек не может все устраивать. У него постоянно должна быть какая-то цель для роста. Понимаете? Сейчас вы получаете опыт. Опыт – это багаж, который вам понадобится в вашем пути. Кто-то берет просто сумку, кто-то две сумки, кто-то баул через плечо добавит. То есть вы либо делаете, либо не делаете. От этого зависит в том пути, в котором вы идете, когда вы дойдете, что вы будете иметь. Чтобы не получилось, что вы пришли, а дверка закрыта, и вы ничего там не получили. То есть вы получали не тот опыт, пришли не к той двери. То есть вы стремились к ней, но делали те вещи, которые потом не дадут эту дверь открыть, как вы понимаете? То есть так тоже может быть. То есть вы хотите победить пенсию в мужской области, но вы тягаете железо, сила ударов небольшая, реакция. То есть вы быстро понимаете, вы не можете быстро отреагировать, там, хлопнуть вот так, и не сможете многие вещи делать. Ну, примеров тут уйма, как бы, это можно привести. Модель. Сейчас у нас в последнее время поединки, это самостоятельная работа, как в школе. Изложение. Вы излагаете, как я провел лето, как я буду побеждать ваше изложение, оно написано серией связок ударов, как я смогу победить на первенстве в Омской области. Вы сейчас пишете изложение такое. Иногда коряво, иногда хорошо, иногда что-то получается, иногда что-то нет. Вот такая штука. Ваше предложение растут как бы из букв. Букв у вас ударит. То есть надо, чтобы там слова были интересные. Знаки препинания, то есть пауза. Запятая – это пауза. Тудун – пауза. Джун. Тудун – джун. Тудун – джун. Тудун – пауза. И с другой стороны. То есть знаки препинания вставляете. То есть на ритме. Тудун – пауза сделаете. Но перед тем, как сделать это, надо пару раз сделать, чтобы он привык. Связочки, понимаете? Вот эти буковки, они рождаются в слова. Слова – это связки. Слова рождаются в предложении. И получается, да, предложение сделано, глава сделана, там активно поработали, там в конце, то есть заключение вашего предложения есть, там что, чего, как будет. Ну, то есть не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Кто будет друг, кто будет враг, кто знакомый просто так. Некоторые вещи, события в жизни, они частенько могут уровень сборной поднять очень сильно. Он посильнее стал, ты начнешь расти. А он посильнее не станет, если я его не буду, короче, прессовать. И ты не будешь бить. И дома не буду пинать, чтобы он на тренировку пришел, чтобы стал посильнее. То есть ряд составляющих факторов, которые его окружают, заставляют суетиться. И готовились. Больше технических элементов, больше действий каких. И сверху бей. Вот он, раз. И второй сюда. Молодец. Видишь, ты ударила? Детонация по ноге, и вся энергия ушла, и Саня поразила, короче. Ты что, устала? Нет. Устал? Нет. Ну вот он так же не устал, как ты не устал. Один в один. Понимаешь? Понял смысл? Он тоже так же не устал, как ты не устал. И кто сейчас окажется крепче, тот и победит. В поединке, несомненно, так. Здесь то же самое. Когда усталый человек, он не так быстро реагирует на ваши связки и комбинации. Всего-то надо заставить себя сделать эти. Вы попадете с большой долей вероятности. Отжимай. Четко, четко, красавцы.